Ну, в первую очередь, большой необъятной страной, дружбой народов, красивейшей природой. Также можно гордиться и полезными ископаемыми. Казахстанцы, тем, что они казахстанцы. Можем гордиться территорией Казахстана, у нас самая крупная территория вообще. Нефтяные месторождения. Ну, визитная карточка нашей республики — мир и согласие. Своей историей, своей культурой. Казахстану есть чем гордиться. Своим народом. То, что нет у нас ни войны, ни ничего, что у нас все спокойно. Даже не знаю на этот вопрос, как ответить. Главное, это президент, кем можно будет гордиться. В такой стране замечательно живем. Мир на нашей земле. Просто нашей страной и президентом. Французский философ Маркиз де Вавинарк считал, что гордость – это утешительница слабых. Почему? Честно говоря, не знаю. Ведь мы, казахстанцы, народ сильный, и нам действительно есть чем гордиться. Никита Черевко, Максим Попов, 365 Инфо.